8-летний северодвинский наездник стал лучшим в области. Накануне столица Поморья завершился 4-й этап Кубка по конному спорту. В образе агента 007 Даниил Бармин покорил жюри верхом на пони. Самым юным участником соревнований встретилась Анна Бибикова. Его зовут Берендей. Я его называю Берег. Но я его называю Ласка. Дружба второклассника Даниила и пони завязалась 2 года назад. Теперь каждые 2 недели они скачут вместе галопом, рысью и шагом. Помимо спортивных отношений есть и дружеские. Берендей любит, когда его чешут и плетут косы. Накануне эта дружба принесла золотую медаль на областных соревнованиях по конному спорту. Самый юный участник в образе агента 007 на белом пони покорил жюри в тесте «Резвый и сильный». Змейку, а потом вольт. Потом нужно перейти в шаг и прыгнуть через барьер. И как у тебя? И потом перейти в галоп. Заданием Даниил справился на отлично. Было лишь 2 маленьких недочета. Он уронил хлыст и немного откидывал спину назад. Во время выхода Даниила переживала вся семья. Что не сможет справиться с волнением, потому что спортивное волнение, оно, конечно, присутствовало. Это его первое соревнование. Победой приятно удивлены. Правильно сказал, есть над чем работать. И надеемся, что впереди нас ждут новые победы. Северодвинцы отличились и в других номинациях. Еще одна северодвинка стала первой в соревнованиях «Кюрн». Это костюмированная выездка под музыку. В этой же номинации у наших 2-е место. В конкуре северодвинцы взяли серебро и золото в 100 сантиметрах и 3-е место в 80. Обошли более 7 клубов со всей области, но самой ценной считают победу именно маленького спортсмена. Придумали мы все вместе, что ему больше подходило, потому что он мальчик очень серьезный, спокойный, не растерялся, манеж большой, молодец. Следующие соревнования по конному спорту пройдут 28 сентября, также в Архангельске. И Даниил со своим белым пони уже готовят новую программу. Анна Бибикова, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска.